Привет всем тем, кто смотрит мой канал. Мы занимались покосом травы. Теперь мы занимаемся мотобором. Вот такой у нас бур фирмы Hitachi. Мотобур сам. Вот мотодвигатель и к нему бур. Сейчас мы это все соберем и будем бурить ямки. Это мой первый раз, я ни разу не бурил. Сейчас посмотрим, что выйдет. Теперь собираем мотобур. Для этого мы вот эту булавку отстегиваем. Вынимаем крепеж и вот этот вал, который здесь есть, вставляем в отверстие. Дальше мы ловим отверстие, совмещаем отверстие вала с отверстием мотобора, фиксируем вот этим фиксатором. Так, фиксируем, выворачиваем, ставим булавку назад. И все. Вот мотобур на сборе. Сейчас попробуем, как это будет все выглядеть в моих руках. Это мой первый раз. Ну и пойдем на место. Вот, сейчас я заведу мотобур. Я включил зажигание. Накачаю праймер бензин. Бензин здесь подготовленный. 41. То есть закрываем дроссель заслонку и делаем один рывок. Теперь мы открываем дроссель заслонку. Вот готова наша первая ямка. Мы ее очень быстро побурили. Буквально несколько секунд. Получилась вот такая яма. 150 миллиметров. Дымового столба. Всю остальную землю можно вынуть рукой. Жопой. Все, осталось поставить столб и просто залить. Попадались камни. С камнями было тяжелее бурить. Но мы не ищем легких путей, поэтому мы их игнорируем. Так, откапываем ямку. Вот так работает наш мотобор. Сейчас пробурим остальные ямки. Я все это покажу, как будет продвигаться. Накрутит меня набор или нет, я не знаю. Но будем стараться держать его так, чтобы не накрутило. Неохота быть на карусельке. Вот столько земли. Чистый чернозем, даже глины нет. Вот выкапываем ямку. Так, кроты роем. Сейчас докопаю, продолжим. Все, теперь продолжаем дальше. Другое отверстие. И погнали.
Кстати, попадались нам корни сейчас. Им было тяжелее все это делать. Большие корни от этих деревьев, которые здесь растут. Все-таки мы добили, выкопали яму. Сейчас ее раскопаем руками и пойдем дальше. Мам, там какая-то записка. Напоминаем всем. Бур 150, бурю один, без помощников. Заводим и погнали. Третья бурлунка. Осталось 4. Я показывать не буду, как будут бурить. Будет то же самое. Надеюсь, будут те все так же, как и эти. Потом покажу результат. Вот и мы добурили все отверстия, которые я показывал. Я показал себе вам несколько, остальные добурил. Вот это было последнее, но это отверстие, на нем меня крутило. К сожалению, не пришлось это показать, потому что камера была выключена. Я занимался работой. Сейчас я покажу, что мы сделали для того, чтобы не засыпала земля. Потом будем бетонировать, ставить забор. Сейчас продолжим, посмотрим, что будет дальше. Да, вот такие у нас ямки. И вот мы что придумали, чтобы не засыпала земля. Было у меня дерево напиленное, вот я заложил туда эти напиленные кусочки пеньков. То есть вот такой пенек, вот такой пенек лежит здесь и закрывает это все от обрушения и под просыпок земли, чтобы до тех пор, пока мы все это цементом не зальем, раствором, это все сохранилось. Так что не так все тяжело этим мотобором пользоваться. Всем советую. Получается очень быстро. На это не хватило. И там не хватило. Будем сейчас допиливать и вставлять новые пенечки.